космический мальчик. Он от Бога. Это видно, что он не фальшивит, это видно, что он добрый, порядочный, честный. А самое главное, что он человек, который представляет будущее нашей эстрады. Вы знаете, это что-то фантастическое. Ничего подобного не видела. Это чудо просто, чудо. Голос Витаса – это что-то. Я даже не ожидал, что может быть такой сильный диапазон голоса. Это действительно явление необычное. Витас просто прелесть. Он улыбается просто вообще очаровашка. Молодой человек, 20 лет, и уже в Кремлевском дворце выступает. Ну, сам факт просто интересен. Какое-то дивое, что-то новое, что-то космическое. Я с ним улетела в космос. Вообще дивный совершенно голос, потрясающий. Неземной какой-то. И чувство чистоты невероятное рождается. Обаятельнейший артист, море положительных эмоций и на сцене, и в зале. С хорошей школой, но при этом при всем запредельные какие-то частоты. Это интересно. И кроме всего прочего, всегда интересные композиции в костюмах. Как цветок, по-разному распускающийся. Я считаю, что это наиболее талантливая звезда нашей эстрады. Это счастье быть на таком концерте. Да, Витас – это чудо, его голос, он поражает. Супер вообще, я просто в шоке вообще. Отвал башки. Феномен российской эстрады, и мировой тоже. Мы бываем на многих концертах, но такого мы еще никогда не видели. Хотелось, весь концерт хотелось стоя слушать. Очень хороший спектакль. Здорово, здорово, просто потрясающе, супер. Мечты.
вокруг как глыба льда, и жизнь ушла навсегда. И замерзли в небе облака за секунду на века. И везде давно уже лишь пустота заблудилась в пустоте. Моя мечта. Всегда, но не спастись от холода. Все давно привыкли к пустоте, к темноте, к суете. И уже никто не верит, что тепло придет. Снова жарким станет солнце и растопит лед. Я уйду в тишину.
Безумные танцы под блаженного гуру, под песни шаманов уходит в тишину. Безумные танцы под блаженного гуру, под песни шаманов уходит в тишину. Спасибо огромное. Дамы и господа, я долго ждал сегодняшний день. Я готовился, я писал свои песни для вас. Вы знаете, я хочу, чтобы все, кто пришли сегодня на этот концерт, все, кто пришли сегодня ко мне, вместе со мной переживали. Ведь каждая песня — это маленькая жизнь. Я хочу, чтобы каждый человек нашел в моих песнях что-нибудь свое, близкое, родное. Для меня это очень важно. Спасибо. Восковые
фигурами встали в галерее мадам Тюссо. Все находятся в полном молчании и раскрашены красками лица, а душа их в полнейшем отчаянии. Президент и артист блестящий, те, кто были при жизни известны, всемогущие власть держащими, стали куклами бессловесными. Там смешались все эпохи и страны, и тираны, и борцы за свободу. Все они теперь как истуканы, стоят на потеху народу. Не тоскуют они, не печалятся, и о будущем не мечтают. Ну а если на солнце их вынести, там они очень быстро растают. Все великие и гениальные, кто истории крутил колесо, восковыми фигурами стали, стала ей и мадам Тюссо. Близко подходя к зеркалу, ты видишь в отражении совсем другие картинки. Иногда надо сомневаться в, казалось бы, неоспоримых вещах. Про малыша и Карлсона написано и сказано очень много. Вопрос состоит в том, о чем на самом деле была написана эта книга. Задумайтесь. Может, эта книга написана об одиночестве и тоске человека, который был физическим уродцем, маленького роста, с большой головой, человеке, который был мужчиной в самом рассвете сил, который не любил наводить порядок в своей каморке, у которого не было ни одного друга, никого, с кем бы он мог поговорить, человеке, с которым мог дружить только маленький ребенок, у которого общество еще не успело сформировать, как оценивать человека, и не успело научить ребенка, как выглядят уроды. Thank you.
боялся, не умел летать, но хотел кому-то другом стать. Он за душу не имел ни гроша, но как мог развлекал малыша. Он по веревке спускался вниз, чтобы попасть к малышу на карниз. Ему приходилось за мной рисковать, чтобы думал малыш, что он умеет летать. Thank you.
Чандром, Чандром, Бендром. Чандром, Бендром, Чандром, Чандром, Бендром. Let's go.
пожалуйста, вам снятся фантастические сны? Очень часто. Хорошо, а вам? Нет, конечно. Девушка, но вам, наверное, снятся эротические сны. Иногда. Расскажите. Я хочу вам сказать, что у вас очень содержательные сны. Друзья мои, а мне сны вообще не снятся. А если и снятся, то я их не помню.
Я сегодня на рассвете потерял надежды тень, сам себя запутал в сети, а выпутываться лень. И как будто наваждение, я забыл порядок дней. Ведь сегодня день рождения или смерти, день моей. Проблемы разрешу и своим нетленным прахом напоследок согрешу. Знаю, рано или поздно, верьте мне или не верьте, все равно ведь он приходит, день рождения нашей смерти. Пытается ответить на этот вопрос. Разные народы, разные философы совершенно по-разному трактуют это понятие.
общепринятая версия, что душа – это внутренний мир человека, его сознание, сверхъестественное, нематериальное, бессмертное начало в человеке, продолжающее жить после его смерти. Улыбается душа, колесами убыстряют шаг, будто вправду крылья за спиной, а никто не гонится за мной. Ля, поникла мокрая душа, а на дне ни палки, ни ножа, мрамор тела стаял в мягкий вон, к черту полетел компьютер Песня очень издалека.
Она из прошлой жизни, из далекого детства. Песня – воспоминание о сильном детском впечатлении. Песня, которую он посвятил своей маме. И дождь идет, и белый жигуленок плывет по мостовой, подобно кораблю. А я не от того ли счастлив, как ребенок, что возлюбил тобой, которую люблю. Небосвод строгая, летит внезапный гром, подобно журавлю. Мне жаль, что ты его не слышишь, дорогая. Он сообщает всем, что я тебя люблю. Я думаю, это самая главная песня в моем альбоме, потому что я посвятил ее своей маме. Спасибо. Thank you.
исполнении желаний. В трещинах высотных зданий свет неоном названий. Thank you.
величество, милая музыка, вы уж простите, что я вас люблю. Ваше величество, милая музыка, где уже никто не помнит обо мне. Там оставил я свою любовь, и теперь она мне снится вновь и вновь. Thank you.
далеко, в чужой стране. Ты все время думай, обо мне. Забывай меня и не живи, ведь одною стали наши две души. Thank you.
разбился мир на тысячи осколков. В глазах осталась пустота. Моя душа как будто вся в иголках. Куда же делась красота? Я хочу, чтобы вы любили друг друга, были всегда ближе друг к другу. А самое главное, оставайтесь красивыми, ведь красота спасет наш мир. Спасибо. Друзья мои, а сейчас для вас премьера моей новой песни, которую никто никогда нигде ранее не слышал. Только для вас. В окно плачет опять надо мной.
ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. И боли идут чередой, пусть собираются все. Все слышали эту песню? Достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу. Я ни о чем просить. Да я знаю, как после меня станут ветра голосить. Вместе снова легкие. В саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей груди расцвело тогда чувство яркое, нежной любви. Цвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больно. Опустел наш сад, вас давно уж нет. Я брожу один, весь измученный, и невольные слезы катятся предувявших кустов хризантем.
отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце и в моей груди расцвело тогда чувство яркой, нежной любви. Отцвели уж давно хризантемы. Судьбу не обижался. Была отдушина в его существовании. Так странно себя нашел он в рисовании. Он натюрморты рисовал и пейзажи. Своей работы никогда не видя даже. Слепой художник, не зная цвета, зимой холодной рисует лето. Слепой художник краски, но все картины его как сказки.
полотнах крик души наружу рвался, и каждый видел в них свое и удивлялся, как можно счастье рисовать, любви не зная. И ад кромешный разместить напротив рая. Слепой художник, не зная цвета, зимой холодной рисует лето. Слепой художник не видит краски, но все картины его как сказки. Shine.
самом деле происходила запись его композиции. Насколько специальные звуковые эффекты применялись при записи его голоса. Об этом спорят. В этом хотят убедиться. Как было все на самом деле? Спасибо, спасибо огромное. Встречайте, Севара. Ladidi, ladidi, lalim, bim.
Исчезнув, словно корабли, летящие на свет.
Спасибо, спасибо огромное. Спрятал, улыбнись.
если даже душа поцарапалась. Когда все изменится, улыбнись. Дождь пройдет, и земля в снег оденется. Улыбнись, и печаль стороною пройдет. Улыбнись, и тогда душа заживет. Расхожее мнение, что наша жизнь – тесное переплетение жизни и цирка. Иногда невозможно разобрать и найти грань, разделяющую иллюзию и реальность. Многие в этой жизни пытаются найти свое место и определить, кто они – дрессировщики, клоуны, фокусники или слоны. Может быть, эта история многим поможет разобрать, где цирк, а где нормальная жизнь. Зрители, все мы звери и укрепляем.
укротителей нам здесь все до боли знаком в этом цирке. Мы словно дома. Он хотел сделать сальто для нас. Все мы здесь собрались не случайно, и уже никакая не тайна, что в этом цирке все мы клоуны, а у гимнаста ноги сломаны. Thank you.
чего я с нетерпением ждал. Но время пролетело незаметно, и вот уж расставание час настал. Спасибо. До свидания. Спасибо огромное вам. Спасибо. До свидания. Пусть удача сопутствует вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Я уйду, но тепло вам отдам. Спасибо за взаимопонимание. Спасибо. Спасибо за поддержку и тепло. Я говорю вам просто до свидания. И чтобы вам во всем всегда везло. До свидания. До свидания. Спасибо. Пусть удача сопутствует вам. До свидания. До свидания. Я уйду, но тепло вам отдам. Друзья, я сегодня самый счастливый человек на свете, потому что мы с вами. До свидания, пусть удача сопутствует вам. До свидания, до свидания. Я уйду, но тепло вам отдам. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо вам. Спасибо всем. Спасибо.
в окно. Ночью гроза, а на утро туман. Давний бой, идущий дом. Спасибо, друзья, спасибо. Дамы и господа, я не хочу с вами прощаться, мы обязательно встретимся с вами еще раз. Спасибо вам за ваш теплый прием. Спасибо!